Состав Общественной палаты Ивановской области изменился. Первое заседание общественного органа 4-го созыва состоялось в Доме национальностей. Члены палаты утвердили председателя. Руководителем был избран Олег Спиранский. Он же будет представлять интересы Ивановской области в Общественной палате Центрального федерального округа. В своем ответном слове Олег Спиранский отметил, что намерен сделать работы палаты более эффективной. Чаще будут проводиться выездные совещания. На пленарных заседаниях больше времени планируется уделять дискуссиям, а не зачитыванию скучных докладов. Общество должно понять и ощутить реальность механизмов работы Общественной палаты, ее помощи и взаимодействия наших граждан и органов государственной власти. Общественная палата должна своими делами опровергнуть имеющееся иногда мнение об искусственности своего существования. А в первую очередь это должно быть достигнуто через активную позицию самих членов Общественной палаты. Впервые тем регламентом, который выносится на ваше обсуждение, предусмотрено не право, а обязанность члена Общественной палаты вносить инициативы.